Как сделать праздничный букет, который не завянет и принесет не только эстетическое удовольствие, но и утолит голод? Простыми секретами с химчанами на очередной встрече по интересам в рамках проекта «Химки. Интересно жить» поделилась мастер декоративно-прикладного искусства Екатерина Зоточкина. Красивые. Они, вот знаете, со всякими ягодками бывают, с какими-то орешками, ну, с такими вот какими-то изюминками, и они разной формы. И вот даже просто посмотрите, сразу вкусно становится. И такие цвета, ну, это, конечно, 8 марта, мне кажется. Такое все нежное, вкусное, красивое. На столах участников мастер-класса шпажки, скотч и зефир. Специалист подробно рассказала и показала, как при помощи этих предметов создать съедобный букет. Если мне нужен розовый цвет в букете, да, то я протыкаю белый зефир с белой стороны. Протыкаем мы максимально... Продвигаемся до угла. Каждый из участников встречи смастерил свое собственное кулинарное произведение искусства. На таких мастер-классах главное – это новые знания и общение, отмечают участники встречи. Например, пенсионерка Марина Серикова приходит на мастер-класс в 20-й раз. Почему ходим на мастер-классы? Ну, потому что это интересно, во-первых, познавательно, да? И внукам что-то можно показать, передать. Вот. Что еще? Почему интересно? Ну, дома засиживается. Мы же не работаем, мы же пенсионеры, не работающие. Дома тоже сидеть не... скучно, можно сказать, да? Вот. А тут все-таки так, интересно для разнообразия. Разнообразные творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей, инициативу поддержала администрация округа. О ближайших мастер-классах по интересам можно узнать из различных источников в газете «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.